Я просто не знаю, что информация не идет четко, это так по крупице. 6 камней сейчас в ожерелье, в колье, да? Да, они сейчас именно в колье, но когда-то они были отдельно Вот чем они были? 6 камней. вставлены. Форма. Я вижу, что это или плата, или, ну, форма у них такая, вот длинные, вот такие они большие. Они похожи на бриллианты. Мне вот идет бриллиант. Не алмаз, не как бриллиант. Вот такие большие. Сантиметра, наверное, 3. Вот так будет. Так, может, чуть поменьше. Огромные такие. Вот расположены вот так. Именно колье. И внизу одно. Всего шельда. Вижу, как их кто-то передает. Та рука, которая принимает в перчатке, в такой какой-то бежевой, желтой, коричневой. Лайковая какая-то женская рука почему-то принимает. И вот тот, кто сверху ложит, вот так вот. И полная пригоршня получается этих камней. И Чем они были идет. раньше? Вот не понимаю, это основа цивилизации, основа новой цивилизации, как это плата или это как уставной фонд чего-то. Вот именно уставной фонд, вот то, вокруг чего должно дальше, дальше, дальше собираться и нарастать. Чем они были, я слышу твой вопрос, я просто не совсем понимаю, у них была другая функция, они не были украшением. Или были украшением, но только украшением с другой функцией, не для украшений, и точно не собраты, они как поодиночке были каждый. Какие энергии через них проходили, как они друг с другом общались. Это как квантовые компы. Давай поймем, как они работали светом в нашем устройстве. В чем они были? Посмотри форму. Между ними взаимодействие какое-то было однозначно. Не, между ними, как вижу, как дуги такие идут, знаешь. И они были как единичные в каком-то, на цепочке, в кулоне, в чем-то, вот. Они чем-то удерживались, но это было как сверху и снизу, просто зацеплено кулон. И они по одному где-то были у Но они каждого. как подвешены, на людях ли они были, либо в некоем устройстве, ну скажем Не, так, я бы сказала, что это некое в устройство, церкви. это не чувствуется, что там человеческая энергия рядом в том плане, что на шее там или где-то вот на человеке были, как просто в пространстве где-то были. И то, как они крепились, и то, какая цепочка, скажем так, устройство вот такое, знаешь, если это кулончик, он так вот тут до тела, да, плоский, а тут камень, допустим, ну так выглядит, правильно? А так оно с двух сторон одинаковое, и там огранка была, и с одной стороны, и с другой, или огранка, или форма одинаковая. И они как по центру как-то держались, и где-то просто в пространстве были подвешены. То есть лицевой и тыльной стороны не было. Я вижу просто преломление лучей, которые через какую-то, я не знаю, отверстие какое-то, вот сверху вроде отверстие, я так понимаю, что где-то это было или в крыше, или где, но вот такое впечатление, что направлено именно на них Да. идет энергия, и сквозь них вот расходится вот такой сноп, идет через них преломление, и дальше, дальше, дальше расходится. Или наоборот, вот так, это трудно мне. Сейчас я почему-то не могу даже течение энергии, по-моему, сверху вниз идет. Но я насчет этого не уверена. По-моему, все-таки да, сверху, хотя не знаю. Сейчас попробую рассмотреть более внимательно, хорошо? Прими в себя часть информации, попробуй от этого камня, от одного из них. Что идет? Вижу один из них такой, ну, бирюзовый, даже как стекло бутылочное, зеленоватый, не настолько насыщенный, но вот прозрачный и чуть-чуть зеленого там есть. Все-таки снизу, вот как в воронку идет, вот так сходится энергия, и дальше вот туда вверх. Все-таки вот так энергия вверх почему-то идет, не Квантовый наоборот. комп, который сейчас делают пирамидками, новый тип, который мы видели у саудитов. У нас был прообраз. Смотри, что он рассчитывал. Не знаю, как можно рассчитывать благоденствие, но вот именно благосостояние, благоденствие, хорошее состояние, вот что-то такое, что-то, что хорошо, положительное. Вот именно слово идет благоденствие, а как его расшифровать относительно механики каких-то процессов, это не знаю.
Я называю гармонизатор, чтобы была наполненность, гармония. Вот, да, скорее это так. Дальше как выдавал, куда? Как это переходило на материю? Чисто если на энергетику смотреть, я вижу, вот вверх поднимается, дальше вот такой фонтан. Просто вверх-вверх куда-то, а потом вот фонтан вот такой вот, как по диаметру, я не знаю, ну большой-большой диаметр. С квантового уровня как на физику переходит слабее, да. Понял. Где? А здание, где оно находится, да. Вот такое впечатление, что это здание какое-то полукруглое, и я вижу отблески. Как это? Фрески, да, вот окна такие. Разноцветные камни. На окнах, знаешь, разноцветные, вот как, Да. допустим, в готических каких-то вот костелы сейчас, ну ты понял, вот эти фрески вот таким образом, и там по движению солнца оно движется, и там эти цвета разноцветные, тут красный камень, тут синий, тут зеленый, они разноцветные, эти фрески, и лучи, преломляясь, проходя через это, ну, через эти разные стеколышки вот сюда, как-то другой немножко информации подпитывает. Это все как-то сложно и в то же время просто рассчитано по спектру. Вот там сверху одно окно, это Все другие лучи. природоподобное, да. Мне проще даже не на физике, как лучи преломленные, а я просто смотрю, как потоки Энергии идут. идут, Так, да. так, да. Интересно. Да, вверх. И вот если здесь преломление идет разноцветных лучей, потому что кусочки на фресках разноцветные, то вверх уже идет отражение вот этого бирюзового камня или зеленого, просто зеленый луч идет. Яркий, насыщенный камень сам по себе не настолько цвета дает. Он такой полупрозрачный, только немного намек на цвет. А луч, который идет, уже ярко-зеленый. Примерно можешь С посмотреть, желтым. где это было географически, где он стоял? Да, я могу посмотреть. Мне даже идет, как вот знаешь, это Восточная Европа где-то, или похоже на Прагу, или вот этот район где-то, ну, примерно. Остальные возьми второй камешек. Они как четыре вот так по краям, один внизу, другой чуть вверху, вот так, да? Да, Как ромбик, четыре. только Да, вот тут и вот расходящий. туда. Ну да, сейчас они так. Сейчас, ну, а раньше их всего 7 или 6. Смогли своровать 6. Я так Было, да. вижу только сейчас 6 на этом колье. А сколько их всего? Когда не были Где-то колье. не хватает. Впечатление, что одного вообще нет. Я вижу, как пыль. Вот удар и Ну, ядерный надщерблены, удар, да. разломанной пыли. Вот нету его. Взрыв, да, испарился. Второй тоже вижу. Вот ты сказал еще один. Но здесь идет какая-то такая, вот вообще не та архитектура. Архитектура идет больше похожа на русскую архитектуру. Знаешь, купольные круглые, как церквушки, вот сейчас идут круглые такие разноцветные, вот Да. закручено вот так вот. Ну, вот такое я вижу. Когда я пытаюсь найти, где он находится, вижу вот эти вот церквушки с такими круглыми куполами. Именно русская православная церковь сейчас в таких находится, скажем так. Там нету таких витражей на окнах, я не вижу такого. Окна такие голубые-голубые, просто как прозрачные стекла. Нету никакого. И камень такой же голубой. Или это может солнце, свет от... Нет, он голубой и есть. Такой. И тоже вот так с разных сторон лучики так на него просвечивают. Там какая-то еще система, не знаю, что-то, что
именно преломляет свет на него, направляет. Вот такое впечатление, что что-то наружу ловит этот, снаружи ловит этот свет и туда отправляет, как линза вот так на, ну, под углом под каким-то. Но там я не вижу никакого. Сверху что-то. Шарик какой-то. На этот шарик идет луч. Не знаю, какой шарик. На физике я смотрю. А если посмотреть просто на энергетику, я вижу обратно же вот так лучи сходятся, только более высоко, как под самой крышей, где-то вот так вот, и туда вниз. И потом обратно вверх расходятся. Мне почему-то идет слово совесть, но вряд ли это совестные или бессовестные люди жили. Это какие-то другие критерии, я так Да, понимаю. это, скажем так, ментальное поле общее, чтобы, опять же, ну, для меня это одно слово всегда, гармония Вселенной, но чтобы сознание людей были в гармонии друг с другом, со Вселенной, ну, совесть, да, совместная весть, вот это вот общее поле, ментальное. Вот оно что значит, а я думаю, при чем тут совесть, да? Совместная весть, тогда сходится все. Оно распространяется далеко вот. Совместное видение, да. Да. Общее ментальное поле. Не роевое, а именно вот коллективное, сознательное. Сейчас называют это подсознанием. Это не так, это надсознание, либо сверхсознание, которое у нас было. Сейчас его заблокировали. Смотри, кстати, вот как вот это вот общее поле сейчас заблокировано. Может, какие блоки есть? Да я сейчас вообще не вижу общего поля. Если вот я могу почем судить, я могу на ту картинку посмотреть, как это выглядело, да? Вот как расходился такой слой, скажем так, над землей, ну, вот поле. То сейчас его как такового, если я пытаюсь наложить, я его не вижу такого. Как отдельные облачка какие-то там Можно кусочки, вот в этот сгустки энергии. кристаллик символ Тельназора поместить в тогда. Да, я поняла, хорошо. Такое впечатление, что оно больше стало немножко. Вот если была вот такая где-то прослойка, да, ну, грубо говоря, то вот раз, шире стала вот прослойка. По этим кругам оно преломляется, вот где символ, да, и шире становится. Я надеюсь, то же самое в благоденствии. Изобилие. Вселенная щедра. Сразу вспомнилось много травы. И благоденствие. У финьков. Как финьки сейчас? Почему-то не очень. Ну ладно. Это потому что мы не очень, все сломано, все расхерачено. Своровали камешки. Сейчас надо перебрать все свойства, подключиться и попробовать потом подумать, защиту поставить какую. Вернуть себе камни как. Смотри, третий. Но я не знаю, какой он по счету. Я вот красный просто увидела. Хорошо. Он такой рубиново-красный и тоже прозрачный такой. Ну, это какая-то, я не знаю, Илья, южная страна. Хотя они все какие-то не холодные мне показались. Но это вообще теплое. Ну, не то чтобы зной, но жарко там.
идет картинка, Илья, если понять природу этого камня. Но это не развратность, но раскрепощение, возможно, что-то более похожее. Или свобода какая-то, вот Свобода, да. такое. Вот свобода больше идет, да. Жизненная энергия такая, да. Да, вот Еще что-то одна. такое. Да, жизнеутверждение, что-то такое именно идет. Но там совсем тепло, не так тепло, что все засохло, а буйная такая очень растительность, знаешь, очень буйная. Где это было примерно? Может, туда ближе, сам юг Европы или где-то это. По-моему, там сейчас не такой климат, но я вижу, как тропики, но почему-то как низ Европы. Вот, юг Европы. Ну хорошо, допустим, Мальта, неважно. Ближе сюда где-то вот не, ну, не могу так сказать. Никаких ориентиров тут нет Подозреваю, это знакомых. здание с дыркой наверху. Они как раз фокусируют все. Об этом можно сделать ролик еще. Есть такие. В Риме такой есть, на Круглая Мальте. дырка. В Англии есть, да. Купол и круглая дырка прям. Да. Это излучатели. Надо Там будет какая-то сделать. очень-очень свободная энергия. Такое впечатление, я понимаю, что это в здании где-то находится. Но такое впечатление, что там вот, знаешь, как сквозняки гуляют вот повсюду, повсюду. Вот такая свободная какая-то Там и энергия. порталы, и телепорты были именно энергетические, как бы. Прям очень-очень свежая там энергия. Это третий, получается, был. Один — гармония, благоденствие. Другой — совместное видение, общее поле. Ментальное, скажем так, энергетическое. Третий — вот наполнение, жизненная сила. Смотри, четвертый. Похоже на солнышко. Но не такой яркий, как солнышко. Белый с таким бледно-желтым. Отливом камень. А вот энергия, которая от него идет, ярко-желтая. Типа как цитрин, да. Странно. Но форма у них одинаковая, несмотря на то, что цвета разные, да? Не могу сказать, Илья. Сейчас, когда ты спросил про форму, мне почему-то идет, что разная форма. А если смотреть на колье, они какие-то как одинаковые, ограненные, обрезанные, что ли, чтобы вот в эту форму их уложить. А там они как-то по-другому выглядят. Там могли отформатировать, чтобы урезать, а потом в новую конфигурацию внести. Смотри, сейчас на них энергетика это наложена по сравнению с тем, что было. Нет, сейчас эта энергетика как внутрь заперта, я не Вот совсем. чем она заперта? Ритуалом, волей чьей-то, просто квантовым компом. Я вижу, как это произошло, но кто это сделал и пока не смогла уловить. Вот как лежит вот так камешек, он светится, а потом раз, 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 и в точку внутрь входит свечение.
Ну, я так понимаю, что это не только сила человеческая, это какая-то программка на них стоит. То, что погасило, и внутри как вот втянуло все внутрь. Они, знаешь, такое впечатление, что они сами по себе были живы, они от чего-то подпитывались. Вот где-то, может, в земле какой-то кристалл, который их все гармонизировал. А потом в какой-то момент это как вот телевизор старый выключаешь, и раз, Точка. изображение гаснет, точка. И вот они так погасли. Ну, Поняла, на что это во-первых, похоже. они перестали быть подключенными к свободной энергии, к красной ртути. Перестали быть на местах силы, так называемые храмы. Да, они же не для помолиться, они в определенных местах кристаллической решетки. Там энергия ходит, плюс там еще были стоящие волны искусственно созданы, как правдоподобно созданы свободной энергии. Интересно. Вот именно как гаснут. И перестают даже цвет меняют. Вот. Там чья-то воля есть. Да, вот знаешь, как телевизор, он, ты пока смотришь, там все показывает разноцветное. Ты его гасишь, он черный становится. И тут они погасли, они как наполнение потеряли. Как все одинаковые стали, как не то что бесцветные, но вот Ну, практически. да, я понял. Как это использовали против нас сейчас, чтобы взломать нас? Пока не вижу, или это нужно более внимательно смотреть. Я вообще не знаю, зачем я, когда смотрела, как нас взламывает, почему мне эта картинка этого колье настолько четко прорисовалась сразу. Давай, давай, потому что с помощью него и взломали. Следующий, посмотри, камешек. В тот момент, когда он еще действовал, правильно? Да. Красивые очень. Где-то я бы сказала, что это на территории Сибири, если взять географически. Только если я спускаюсь пониже, я абсолютно не чувствую, что это Сибирь. Какая-то не такая. Ну, теперь была теплая с пальмами, как и везде. Если уж в Питере мы видели пальмы и яйцы совсем недавно, в момент смерти. Синий, красивый очень. Есть такие ювелирные украшения, такой синий, красивый, красивый. Я сейчас не вспомню, как называется в этом состоянии. Все такие точные названия куда-то деваются. Бирюза, там еще как угодно. Не совсем. Ну, Да, прозрачный лазурит, такой, да. да. Не совсем. Лазурит. Что угодно. В Сибири мозги, да, интеллект. Не коммуникации, создание общего поля, а интеллект мозги. Так, где он там стоял, в каком здании? Почему-то она очень высокая, намного выше и белая колонны по кругу. Никакое не деревянное, как можно подумать, на севере. Большое, белое. Глыбы каменные какие-то. Да, до ядерной бомбардировки там был центр цивилизации, как и север Африки, пустыни, так и Сибирь.
Если по архитектуре брать, скажем так, вот этот новый храм, который построили России, в России, этот церковь, ну ты понял, Христа этот, Спасителя, скажем так. это, скажем так, очень уродливый родственник того храма. Но я по стилю, по Да, архитектурному. я понял. Какое-то большое очень здание, и ступеньки такие большие, большие вверх ведут, как на каком-то еще возвышенности. Что за здание, не знаю. И такое впечатление, что он прям чуть ли не наверх вынесен. То есть он почему-то очень высоко находится. Не в здании, не внизу, а как вот-вот-вот даже. Не знаю, как это сказать. Я вижу это здание и вижу вокруг него воздух просто. Какая-то энергия идет от него. Ну, это банально, но просто очень высокая идет. Как Интеллект, мозги. не мягкая, а просто очень как структура такая Да. необычная. Да, для женщин даже жесткая. Упорядоченная. Там символ Тельназора просто вот дома, на месте. Там его даже много по контуру. Хорошо. И кристалл сознания. Все связано со всем. Это изображение кристалла. Фрактальность. Тоже там вот прям оттуда идет. Есть такое. Да, там он очень хорошо вписался. И по форме такой же почти. Почему эти камни смог использовать Железный человек? Подозреваю, что он же тот Ротшильд, который помер. Печатка-то осталась, то есть она взломали. Как они смогли эти камни использовать, чтобы получить доступ к тем силам, которые, в общем-то, не их человеческие, которые мы собирали? Ну, во-первых, вот если насчет камней, то вижу первое, что сделали с ними, это их переформатировали, а формы поменяли и выключили. Подпитки нету, поэтому они стали как без силы своей собственной. Вот пока была бы подпитка, их бы никто не взломал, а когда отключили фон естественный, они погасли. Вот как-то это так связано. Как нету какой-то вот. Пока не знаю. Посмотри волю. Еще один. То есть мы первую чакру нашли красную.
Оранжевый еще не нашли. Как Может быть, оранжевый апельсинка. нашли. Апельсинку оранжевый, сексуальную. Почему-то это в Индии или туда куда-то. Угу. Да? Они сейчас там хорошо размножаются. Поле еще осталось то самое размножательное. Там тоже какое-то здание, у него очень плавные линии и узоров много, вот так по кругу, по кругу, по кругу завитки. Это они любят. Энергии не любят прямых течений, да? Все вот так с завитками у нас было. Там какое-то, знаешь, как... Здание вижу. И камень вижу. Он не на апельсинку похож. Но как он находится, я не могу понять. Впечатление, что его какие-то руки как поднимают вверх, что-то вот. Он не очень, ну как, сравнительно высоко, но если мы смотрели, вот где я в Сибири видела этот камень, что синий, он высоко, как вроде над крышей даже был, то этот как-то вот на каком-то уровне, вот на уровне людей. Вот. Ну, так Это естественно, не... на уровне людей. Человеческая энергия размножения, оно туда впихивало. Ну, Понятно. Даже не возможно. буду спрашивать, за что он отвечает. Это понятно. Очевидно. И до сих пор, смотри, сколько людей ломятся к той энергии через архитектуру того здания. Там все пропитано, в резонансе сделано. Там заливали уже эти здания и при кристаллизации, при вот отвердении эти вот базальты, эти камни. Они как бы энергию, информацию впитывали этого камня. И там можно окунуться, вот просто почувствовав это здание, вот эту вот силу размножения, скажем так, энергию того здания, этого камня, кристалла. До сих пор. Еще мы камешек. Первую, вторую, третью чакру желтую мы смотрели, да? Да, мы смотрели. Зелененький. Смотрели. Смотрели. Голубенький, Смотрели. Россия и синий. Я фиолетово, если по чакрам, я не вижу. Вот он сломался. Я его вообще не вижу. И даже где он был, не вижу. Связь с космосом. Не вижу. Ну ладно. Перерыв, я пойду записывать то, как украли в фильме победу у Таноса, у Трампа. Тебе пора на сеанс. Забывай. Конец записи.